Первый сезон «Мастеров гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года. На конкурс было подано 20 935 заявок. Региональные отборочные полуфиналы прошли в 9 регионах России. Самые сильные, самые талантливые, самые способные. Это было эмоционально, это было здорово. Это действительно площадка для обмена идеями. Здесь отличная лаборатория для того, чтобы проверить, идеи достойны того или нет. Целью конкурса стало раскрытие потенциала профессионалов, повышение стандартов сервиса и престижа профессии в сферах туризма. Это настоящая возможность для реализации собственных идей, собственных задумок. Внутренний туризм в нашей стране будет развиваться семимильными шагами. Это просто невероятно, это эмоции зашкаливают. 62 победителя из 29 регионов России получили в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. Выиграли образовательные сертификаты, получили приглашение на стажировки и работу в ведущие туристические компании и организации, выиграли гранты на реализацию своих проектов. Эмоции и страсти, и уровень участников, у меня мурашки там под пиджаком. Это возможность пообщаться с людьми, которые влюблены в собственную страну. Конечно, это возможность поверить в себя, прежде всего. Энергетика просто сумасшедшая. Конкурс «Мастера гостеприимства» – совместный проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общенационального союза индустрии гостеприимства. Кроме знаний и компетенций участников, на мастерах гостеприимства оцениваются авторские проекты в сфере туризма. Трудно, но очень интересно. Это было круто, это было непросто. Новые связи, новые друзья, новая поддержка. Вот эта возможность просто пообщаться, обменяться какими-то впечатлениями, это очень многого стоит.